Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». Микрофон у Ольги Близина. Здравствуйте. Бизнес жалуется на угрозу уголовного преследования со стороны налоговиков. Об этом предприниматели сообщают в устных разговорах уполномоченному по защите прав предпринимателей Владиславу Попову. И эту проблему он обозначил в числе тех, что требует решения в своем отчете о работе за 2020 год, который будет представлен депутатам УЗС на этой неделе. Также среди проблем, которые волнуют бизнес, сложности в общении с рекоператором Куприт, снос киосков в Кирове, маркировка товаров, высокие ставки по ОСН и проверки МЧС. Программа «Экономика». Очередную муниципальную управляющую компанию Кирова признали банкротом по решению арбитражного суда Кировской области. В отношении МУП ЦКС на 6 месяцев введена процедура конкурсного производства. Кредиторами предъявлены требования на 74 миллиона рублей. К банкротству компания шла несколько лет. Еще в 2018-м у нее были значительные убытки – 44 миллиона рублей за год. Были долги на десятки миллионов, и счета компании были заблокированы. Правда, при этом она выдавала премии и материальную помощь сотрудникам, это помимо зарплат. Неоднократная смена руководства и сокращение административного аппарата не помогли выровнять положение. Экономика на 101 FM. В Киров едет бизнес-миссия Узбекистана. 25 мая состоится визит предпринимателей, которые представляют кожевенно-обувную и пушно-меховую отрасли. Это производители детской и мужской обуви, специализированной обуви, военной, напольных покрытий, ремней, комплектующих для обуви и спортивного инвентаря. Планируется презентация инвестиционного потенциала Узбекистана для производства кожевенно-обувной продукции, а также обсуждение перспектив организации прямых поставок узбекской продукции в Кировскую область. Кроме того, в программе «Бизнес-миссии» переговоры с представителями бизнеса Кировской области, а также визиты на кировские предприятия. Экономика. И о валютах на сегодня. Доллар официальный 73,53, курс евро 89 рублей 69 копеек. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.